Всем привет! Мы Волга Штурмовик. И сегодня это кампания «Битва за Сталинград». Продолжение 4 главы «Зимняя гроза». Со Скориным мы летали, Свинцов, наверное, очень далеко будет. Бомбардировка аэродрома. Две пятисотки. Но пятисотки я никогда не бросал. Можно попробовать. Семьдесят восемь километров, в принципе, близко. Может быть, хоть заднего стрелка удастся рассмотреть подробности движения ботов. Более плавные. А то их все время так много было в компании, что там не было времени за одним повисеть и внимательно все это увидеть. Увидеть и внимательно рассмотреть. Так, что надо уничтожить? А, просто повредить или уничтожить самолеты? Ага, сначала сюда направляли, потом сюда. Значит, не около Рассошки, а который следующий аэродром. Питомник. Сильный ветер. Три пешки. Четыре истребителя. 116 и 141, получается 200, ой, 228. Там уже как пойдет. Погода явно не для бомбометания. Ну такая зимняя. Лавочки, по-моему, нас сопровождают. Время 15 минут, то есть где-то в 25 минут мы должны быть. Сразу ложусь на курсы, в набор. Но набор опять вот высоко залезть. Есть шанс пропустить, хоть вроде бы и 10 минут.
проходить. Ну давайте 5 минут на поверху пойдем, 5 минут потом спустимся. Чтобы хоть какая-то скорость была. Уж примерно выдерживаем. Сейчас скорость набора чуть-чуть увеличу. Бока хорошие. Все натурально, сейчас еще над ними вылезем. Два километра наберем. Вопрос сейчас, где нас встречать будут по дороге туда. Все, 1800, наверное, нормально будет. Никаких ориентиров, кроме вот этого речки. Но я ее могу справа не увидеть. Аэродром слева тоже могу не увидеть. Так что первый ориентир будет вот населенные пункты. Но через 5 минут мы где-то вот здесь начнем под облака нырнем, их уже увидим. И вот Свертячево. Уже увидим первый аэродром. А за ним наша цель. А потом можно будет пройти прямо насквозь и сесть вот здесь, если будут повреждения. Да, полностью скрылась поверхность от нас. Командный стрелкам действовать по усмотрению, атаковать при угрозе, прекратить огонь, атаковать наземные цели. Только при угрозе, это как понимать? Они вроде всегда стреляют, только когда угроза есть. Шикарно. Давление бензина, стрелка прыгает.
еще 2 минуты идем над облаками и затем подныриваем. По такому клочку не сориентироваться. А вот. Ну, это я могу и здесь проходить, и здесь. Но как я иду южнее, вот здесь, скорее всего. Я вижу вот этот. Этот, скорее всего, участок надо подныривать, а то я проскочу. Так, это уже дельта видна. Сейчас главное вот на горизонт, авиагоризонт смотреть. Потому что кажется, что летишь ровно, а на самом деле валяешься то на одно, то на другое крыло. Есть облачность, пробили. Все, вышли как надо. Высота только маленькая. Я как раз вот здесь сейчас иду. Блин, я пройду прямо над позициями. На глаз от уровень фиг определишь курс. Сейчас главное найти первый аэродром и за один заход сброситься по второму. Пройти насквозь.
Я только хотел сказать, тут померещились где-то. Что не с турелью все время делают, она каждый раз по-разному отцепляется. Уже повредили. В онлайне по одному алгоритму, здесь по-другому. Там просто пересел, нажал Т. Здесь Т, потом Shift Т, чтобы прицел было видно. Ну и где они? Уже снизу только долбит. Так, проходим вторую речку уже. Вроде бы все так рядом, а что-то ничего найти не могу. Вон там должен быть первый аэродром. Который с самолетами, а вон там наша цель. Да, вот он их аэродром. Где питомник? Сброс по команде, я не вижу еще цели. Вот он.
скорость аж 500. Куда-то ж попали, почему не горит? Самолеты нужны были, бля. С электроники не откидаются как надо. Ай-яй-яй. А где самолеты-то? Командую я им возвращение домой. Вот мне интересно, если они на вот после этой команды они будут реагировать на противников, или они все уже отключаются и просто летят домой? По облакам стреляют, вон черные кляксы. Когда-нибудь их доделают. Зенитчиков я имею в виду. До состояния близкого к реальному. Сюда летели 128, значит, туда минус 50. Это где-то 310. Тоже летим 5 минут так, и 5 минут потом вниз. Звуки какие-то слышал, двигатели дополнительные, но... Не вижу своих.
он кто-то. Истребитель, но кто? Что-то мне не нравится, мне кажется, это мистер Шмидт. Но вроде двигаются тоже на север, может, все-таки наши сопровождают ботов. Потому что они не на месте. Я бы к ним приближался. Как они худенькие, это могут запросто мессера оказаться. Посмотрим. Что стрелки скажут. Сориентироваться сейчас. Вот я вот этот могу видеть кусок. А хотя фигу там. Вот этот я вижу. Не знаю, почему мы так отходим, но мы вот здесь. Отходим почти так же, как и шли. Значит, нужно чуть-чуть брать. Западнее. Да, по-моему, все-таки они это наши сопровождают, наши уже. Вот отсюда курс. Ну вот 116, это минус 70, 290 аж надо брать. А я иду 330. Буду так и курса придерживаться, и лететь, чтобы видно было
истребители. Далековато залез. Более 5 минут уже прошли. Сейчас под облака поднырнем и станет ясно все. Подводная лодка, погружаемся. Да, мы на месте уже. Из-за того, что двоится лес, тяжело определить, где аэродром, но вон он, может, доходит. Вон он, аэродром. Мой заходит навстречу. Разрешает, смотри, как интересно. Не выполняю, поместимся. Он тоже пытался отвернуть. Yeah.
Прикольно, он пытался реально уходить. Он уже на полосе поворачивал. Диспетчер тоже молодец. Сначала накосячил, что разрешил мне посадку после того, как ему первому разрешил. А непосредственно перед посадкой на второй круг отправил. Прям натурально зимний такой день. Очень похож. Задание выполнено. 8 строений, это вот по привычке, не то что по привычке, а так уже увидел землянки, думаю, 500-ку кину, посмотрю. На сервере в этих землянках там еще склады всякие вмурованы. И вот один самолетик. Ну нормально, слетали. Да вот, ровно летели, под облака занырнул. Повезло, что МС-202 встречали, а не Г-2. Было бы хуже. МС просто за нами не успели толком. Вот здесь вот сориентировались. Начали искать. Речка. Вот увидел дом, свернул сюда. Ну, дом я имею в виду, вот разделенный пополам. Населенный пункт. Свернул сюда. Нашли. Бросили. Наш объект П-2 уничтожен нашим ЖИЛа-5. Стало встречаться. В прошлый раз Г-2 уничтожил Г-2. Здесь 202-х, вот было 6 получается. Ни Г, ни F не было, поэтому так спокойно слетали. Ну и все, и обратно уже так же. Вот на вот этом месте точно сориентировались и пошли. Опять ботов не посмотрели, но компанию продвинули. Что хорошо. В следующий раз, наверное, со Скворина слетаю опять. Посмотрю, дадут или нет. На вот здесь, на внешнем крае. Задачу. А вам спасибо за внимание. Всего хорошего, удачи и пока.